Реконструкция началась с 2011 года. Было введено три футбольных поля, построена часть трибуны, введена в эксплуатацию газовая котельная и электрическая подстанция. И после этого реконструкция стадиона из-за того, что не было финансирования, приостановилась. Затем, благодаря вашему решению и поддержке, были найдены средства денежные, и реконструкция в мае 2020 года возобновилась. Что такое клуб «Динамо» сегодня? Клуб «Динамо» – это большая структура, 260 работников в клубе «Динамо». Это основная команда, дублирующий состав, женская команда, которую мы создали, академия на 400 детей, все группы у нас бесплатные, три группы подготовки девочек, У-10, У-14, У-16, команда по мини-футболу и несколько объектов. Вот этот, благодаря вам, построен объект. Значит, потом мы арендуем на стадионе «Динамо», это наш офис на самом стадионе «Динамо», и база в «Стайках», где владели бы все «Динамо», где располагается основной состав, проводит основной тренинг. Это все 260 человек? 260 человек. 260. Спортсмены и... Да, и административный персонал. Какая средняя зарплата футболиста основного состава «Динамо»? Сейчас основная средняя зарплата 4-5 тысяч долларов. По старым контрактам еще? По старым контрактам. Пока не завершаются контракты, да. Приняты постановления, и по-новому будут до 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей – максимальная зарплата. Мне, конечно, с вами очень тяжело сейчас разговаривать. Надо было, чтобы вот он первый, а может и ты следом, после вчерашних игр, особенно молодежка, как играла вы, чтобы даже я вас и не видел. Я не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне этих бедных исландцев. Кто здесь занимается сейчас? Здесь располагается наша академия, 400 детей, которые здесь занимаются. Располагается наша женская команда и дублирующий состав. А основная в «Стайках»? Основная в «Стайках». Только основная в «Стайках» и только все? Только основная, да. Основная. Они там живут, питаются? Они живут, питаются, там есть тренировочные поля. Да, условия созданы, только игры-то нет. А вообще вы на что рассчитываете в основной команде в «Динамовском» клубе в этом году? Призовое место. Мы надеемся, что они займут призовое место. Нет, надеяться я буду, а вам же надо результат давать. Результат однозначно, да. Не ниже третьего места.